Счастливый брак строится на взаимоуважении, на любви и на взаимных интересах. Доверие. Доверие прежде всего. Доверять друг другу. И с катушек не скатываться, а немножко все-таки жить порядочно. Мы очень часто говорим об одном и том же, но как будто на разных языках. И в счастливом браке важно научиться понимать этот язык другого и вовремя его переводить. Если такие основные постулаты общепринятые, то это взаимопонимание, уважение, доверие, честность, верность, любовь, соответственно. Вот. Ну, а если что-то новенькое, то это, наверное, не трепать нервы друг другу. На понимание друг друга, да, нужно поддерживать, любить и все преграды вместе проходить. На взаимопомощи и уважение. На общих ценностях, на общих целях и совместном движении к этим целям и ценностям. С одной скоростью. С одной скоростью, да. Недостаточно смотреть в одну сторону, нужно двигаться с одной скоростью, потому что если один сильно отстает, то это такой неравный брак получается.